Ну и много уже было сказано, поэтому некоторые вещи я буду сокращать, наверное, чтобы не особо утомлять. Ну, для начала, как уже было сказано, что во многих странах открыты концепции многобарьерности, и одним из уровней барьера защиты будет являться бетонитовый буфер, который будет сдерживать, так сказать, радиоактивные отходы, которые будут появляться вследствие разрушения металлической канистры спустя какое-то время. Влияемые требования к этому материалу, ну, в первую очередь, они, ну, как мы рассматриваем вибрацию, да, то есть движение отходов, так сказать, от центра периферии, то они во многом будут упираться в проницаемость, как уже было сказано, и в центре диффузия, ну, так, диссорбционные свойства, и диссорбционные свойства, да, и взаимодействие этих элементов между водой и паром. Но так получилось, что вот материал бетонит, который выбран как перспективный материал, он является таким хорошим свойством, как набухание у него есть. И вот всем очень интересно изучить параметры набухания. По многим работам пишут, что этот параметр надо изучать, потому что он может так сильно набухнуть, что, так сказать, деформирует канистру на ранних стадиях сохранения. Некоторые говорят просто о том, что он набухнет, станет более однородным, заполнит все мелкие трещины, то есть делается такая однородная, такая гомогенная корочка вокруг канистры, которая будет иметь какую-то постоянную характеристику вот этих вот свойств, вибрационных, вибрационных, которые как-то все хотят узнать. Почему здесь приведем фрагмент гомогенной среды? Потому что многие модели, которые мы будем использовать в будущем, такие как диффузия, буфильтрация, они будут основываться как бы сами достаточно примитивными зависимости описываются для однородной среды. Это достаточно удобно. Вот, цель данного исследования является, так сказать, ну, не то, чтобы можно назвать это пионерское в нашей стране, потому что мы только что слушали доклад, как это уже делается. Ну, вот, наверное, это одна, на мой взгляд, такие вот первые группы работ, которая посвящена определению таких вот параметров, компактированных, то есть сильно спрессованных, доведенных до какой-то сухой плотности образцов, да, параметров давления набухания, коэффициент фильтрации и коэффициент фильтрации в данной работе. Вот. Задачи, которые за ним описаны, ну, понятно, я попробую. Материал, который использовался бентонитный с рождения 10-х футов. Вот, полученная хомоэргина была, так сказать, перемолота в специальный прибор, была отобрана фрация меньше 0,7 мм, количество 1 кг, чтобы все эксперименты, которые будут проводиться, проводились, так сказать, не учитывая фактор размера частиц. Вот, минеральный состав уже много раз сегодня был показан, поэтому преимущественно он состоит на 80% из минералов, а остальные минералы носят только подчиненное, так сказать, положение. Вот, и была определена важность конкретно того, с которым мы работали, и она составила 6%. В качестве раствора, то есть воды, в которой у нас производили взаимодействие на давление набухания и на фильтрацию, использовалась дистиллированная вода. Первое и самое простое, что можно для начала обкатать методику и понять, что он будет осуществляться. Немного о методах определения. По поводу определения давления набухания существует некоторое количество разных методов. Один из самых перспективных, который описывается во всей литературе для применительного изучения бентонитов под сохранение, это метод набухания в постоянном объеме. То есть у нас образец находится в камере такого же размера, как образец, и он насыщается водой. И вот как он расширится, как он будет давить на стенки и на все остальное, это измеряется, и это есть давление набухания. Что касается центра фильтрации, уже было сказано в предыдущем докладе, будет использоваться линейный закон Дарси, где будет определяться скорость фильтрации, то есть объем, который будет выливаться из образца, и отнесенный на градиент. Градиент — это разница напора, то есть разница давления воды на одном торце и на другом, отнесенный на длину образца. Вот, на чем это все испытывалось? Это испытывалось на авторской модульной установке. В принципе, если вы рассматривали работы, это достаточно типичная картинка. Каждая установка имеет ряд каких-то разных отличий, но генеральная концепция примерно такая. То есть это как бы такой, как сказать, цилиндр, есть в нем поршень, сюда кладется образец, поршень выбирается в концентрический датчик, все это в такую раму помещено металлическую, тут имеются фильтры и отверстия для подвода воды с верхней и с нижней сторон, чтобы комбинировать ограниченные условия, определять те или иные параметры. Но это будет
ячейка под образец, и еще она снабжена различными вспомогательными блоками. Ну, блок, наверное, очень гордо в данном случае звучит, потому что некоторые блоки состоят, допустим, из одной стеклянной клетки. Мне кажется, так просто будет понятнее для понимания. Вот, и здесь есть блок для фильтрации, то есть насос высокого давления, блок для сбора профильтровавшейся воды, это бюретка с мелкой, так сказать, дискретностью и точностью высокой, и еще аппаратура, которая обслуживает всякие датчики давления, по которым регистрируются те или иные параметры, которые необходимы для расчета. Значит, одной из важных вещей в такой авторской установке необходимо было, так сказать, сигналы датчиков, которые есть, в том числе с электрических датчиков, отлибровать в давление, то есть мегапаскали, паскали, какие-то единицы, которые мы будем работать. Ну, обычно данные делаются либо в килопаскали, либо в мега, я решил вот пересчитать все в мега. Калибровка была проведена в достаточно широком диапазоне, и были получены индивидуальные поправочные коэффициенты для максимального точного определения давления напухания наших образцов. Вот, в принципе, тут есть один уже демонстрационный график давления напухания от времени, где есть уже по вертикали непосредственно расчет давления напухания для детонитных образцов разной плотности. Плотность тут уже подписана, и видно, что давление меняется от 0,8 мегапаскали до там, 9 с чем-то мегапаскали. Вот эта картинка, я сегодня туда брал, мы видим. Здесь описана процедура того, как происходит набухание. То есть сначала у нас есть компортированный образец. Образец формируется непосредственно прямо в этой же ячейке. То есть мы минимизируем, так сказать, техническое, механическое воздействие на образец при переносе из одного места в другое. И все определения проводим на этом образце, который там и сделали. Значит, первая стадия. Сначала будет набухание микроагрегата. Когда микроагрегаты набухнут и возрастет давление, микроагрегаты треснут. Ну, как бы развалится на маленьких. Вот это картинка символизирует. И будут некоторые провалы. Вот смотрите, видите, вот резко набухает, потом есть некоторое уменьшение давления, то есть оно только компенсируется вот этим развалом. И дальше идет уже межслоевое набухание, и у нас есть второй рост, и дальше выходит на самое. Все, опыты проводились там порядка средних 7 дней. И вот один из еще один графиков для одной и той же плотности, приблизительно, мы видим, что у нас есть некоторое, как бы сказать, люфт параметр. Да, то есть исходимость хорошая, но не совсем. С чем может быть связана плохая исходимость давления напухания? Ну, смотрите, тут, в принципе, опять же, так как у нас совещание, да, то есть это еще под вопросом, но если предположить, первый размер микроагрегата. У нас, видите, здесь есть снимочек ПРМ, на нем есть и большие микроагрегаты, и маленькие, естественно, и те, и другие будут напухать по-разному. Вопрос, сколько микроагрегатов попадет в то или иное место, куда подводится вода, остается открытым, мы не можем это предсказать. Возможно, вот это как раз и этим и объясняется. Второй момент – это проницаемость фильтра. В связи с тем, что частицы очень мелкие, давление очень большое, используется очень мелкий фильтр с мелкими порами, средний размер 8 микрон, и видите, до опыта он выглядел вот так вот, таким чистеньким, красивым, а после опыта он очень сильно засоряется частицами бентонита. И вот это на графике. Вот для вот этой одной плотности видно, что вот этот вот эффект как раз связан с этим фильтром. В принципе, фильтр, конечно, нужно менять как-то раз, но цена вопроса заставляет задуматься об этом действии, и надо находить какие-то другие методы по их очистке. Вот. Что касается по предложению, как можно учесть эффект. Оно не до конца, к сожалению, сформировано, но имеет место, мне кажется, на жизнь. Вот смотрите, это был график давления набухания от времени. Сейчас приведено значительно меньше замеров в установке, пишутся замеры набухания каждую минуту, то есть это очень достаточно большой ряд данных. И видите, если мы построим скорость набухания, ну то есть какие-то мегапаскали в минуту, да, то мы увидим, что для четырех разных рек, которые мы тут видим, все разницу набухания, вот эту разницу, определяет первый час. То есть вот в первый час, насколько загидратируется вот этот первый слой, он определит, насколько финальное давление набухания будет. Вот я предполагаю такую вещь, что видите, через час скорость давления набухания становится одинаковыми. То есть они как бы синхронизируются в разных ячейках. Да? Это одна ячейка, 4 разных, 4 одинаковых образца, один и тот же человек закладывал, все условия сохраняются. Но было проведено порядка 20 экспериментов, и везде есть такая вот история, что первый час очень сильно регламентирует финальное давление набухания. Вот, поэтому есть предположение о том, что можно как бы проинтерполировать вот это. Сейчас проэкстраполирую.
пути, может быть, это и показывает какую-то неоднородность. С другой стороны, возможно, это связано именно с методами определения, то есть вот эти всякие фильтры, мукальные агрегаты и так далее. Может быть, как результирующий можно принимать такое значение. И вот считать, что тогда у нас весь первый слой, то есть первый этаж нашего континента, гидратируется везде одинаково. Ну, в принципе, может быть, но давайте так, это есть предположение, я за это претендую, если вот будут какие-то соображения, я очень буду рад вас выслушать. И, может быть, мы придумаем какую-то новую концепцию. Вот, и в результате мы получили вот такой вот график, это давление набухания, вот сухой плотности. Что можно заметить? Что, соответственно, давление набухания увеличивается с увеличением сухой плотности, это описывается в международной литературе, и достаточно хорошо. Был получен для диапазона от 1400 до 1720, по-моему, килограмм на метр кубический. Среднее время составило 7 суток. И видно, что достаточно хорошая сходимость, то есть все приблизительные эти точки, они сделаны примерно для одной и той же, ну, каждая группа точек сделана для одной и той же, например, плотности. Что касается коэффициента фильтрации. С коэффициентом фильтрации дальше ячейка отключала систему подачи воды для насыщения и подключался насос высокого давления и блок сбора очень хорошей свежести. Вот точно такие же графики с предыдущего доклада. Да, где кумулятивный объем, это масса, которая профильтровала, масса, объем, который профильтровался, от времени. Конечно, не так много этих точек, но на то есть причина, потому что тоже было сказано, ждать нас долго, и так далее, и так далее. Ну и видно, что, в результате все приводится к какому-то такому линейной связи. Из этого следует, что мы достигли стационарной фильтрации, да, то есть вода выходит, выходит, все стационарно, условия не меняются. Это же отображает график скорости фильтрации от времени. Вот можете увидеть, что они выравниваются. И вот этот вот график такой осциллирующий, да, шумящий, это давление на нижней границе. Ну, на данный момент это просто техническая проблема, потому что устройство, которое создает давление, оно имеет некоторую проблему с клапаном, и этот клапан периодически стравливает, и поэтому идет подкачка давления, все время получается такой шум. Но в целом количество вот этих подкачек между замерами сильно больше, чем время между двумя замерами. И поэтому можно предположить, что оно приблизительно как бы так сказать, можно здесь видеть. Это не совсем хорошо, но на данном этапе пока что имеем такие результаты. Что можно увидеть в данном случае? Во-первых, воспроизводимость. Да? То есть вот 4 одинаковые плотности, которые различаются, естественно, первоначальным давлением набухания. А давление набухания достаточно сильно контролирует все последующие определенные параметры. Видно, что они получаются достаточно хорошим узким диапазоном. Вот. На правом стороне, вот я писал, что есть проблема с напором, но в целом видно, что уже для других турбностей, ну, уже как бы большой разброс турбностей, мы имеем достаточно такие хорошие линейные участки, которые достаточно достоверно позволяют определить этот коэффициент фильтрации. Вот, по поводу давления стоит отметить, что вот видите, здесь было примерно 2,2 мегапаскаля, то есть если мы будем говорить в метрах длинного столба, это порядка 230 метров. Да, если мы будем считать гидравлический градиент, это будет порядка 23 000. Да, и при этом всем еще время опыта составляло порядка 140 часов. То есть здесь сразу, ну давайте мы перейдем к следующему слайду, я буду продолжать. Здесь стоит задуматься о том, что, как уже было отмечено, что жизненный градиент, как в жизни, это 10-е, 100-е, 1000-е. И вопрос, имеет ли вообще, так сказать, смысл всех этих исследований, то есть есть, конечно, надо продолжить, надо найти кривую и пытаться понять, есть ли начальный градиент. Если такое давление, то которого фильтрация не идет. У меня почему-то есть большое подозрение о том, что начиная уже с средней плотности, фильтрация идти не будет, потому что будет начальный градиент, но это пока предположение. К сожалению, работа, которая опубликована вот по таким аналогичным породам, я нашел всего парочку, это в Канаде было сделано, в 90-е, но они делали все на испытаниях до 1,2, по-моему, килограмма, ну, прямо сантиметров, и у них начальный градиент получился. То есть они показали, что, в принципе, до какого-то момента либо она не будет идти, либо просто это уже невозможно померить с существующими методами измерения, то есть это надо ждать вечности или две вечности. Ну, в результате, что можно получить? Коэффициент фильтрации от сухой плотности. Тоже получена такая вот зависимость. Разумеется, пока что это просто экспоненциально. В принципе, существуют различные
авторы, которые придумали различные свои модели, но до них руки не дошли, чтобы попытаться как-то, так сказать, теоретически, суперметрически попытаться описать. Пока что так. Коэффициент корреляции получился достаточно прилично, но стоит отметить такую вещь, то, что вот эти вот четыре точки, это как раз вот эти четыре точки. То есть, видите, очень чувствительное значение коэффициента фильтрации к величине начального давления на мукане. А величину начального давления на мукане достаточно тяжело контролировать. Вот, и еще результирующим графиком является вот такой вот график коэффициента фильтрации от давления на мукане, который, на удивление, дал очень хорошую величину детерминации и показывает, что, в принципе, с коэффициентом фильтрации давление на мукане там больше 9-10, коэффициент фильтрации походу меняться вообще-то не должен. То есть мы достигли такого вот дна. Ну, такой вот минимальный, то есть получается это уже 1-14, да, какая-то степень. В заключение хочется сказать то, что была отлажена методика до данного этапа, кажется, что вот была найдена та самая золотая середина, как надо проводить эти эксперименты. Была отлажена методика создания также этого образца, то есть как воспрессовать эти там тонкости. Полученные показатели давления буками в диапазоне от 0,5-10 метров в диапазоне сухих плотностей, определены коэффициенты фильтрации в таком диапазоне для чуть-чуть повыше диапазона сухих плотностей. Ну и, естественно, зафиксировано. То есть полученные данные хорошо, так сказать, коррелируются с опубликованными данными в международной литературе. Все. Спасибо. Спасибо за вопрос. Всегда удивляет количество труда, вложенного в работу установок. Хорошо, когда это надо. Вот зачем это надо делать, когда есть установки, внесенные в реестр измерений, с откалиброванными датчиками, да, с паспортом, которые обладают гораздо большими возможностями. То есть у вас же нет устройства нагружения. Это ограничивает возможности всегда установки. Вы насыщаете капиллярным способом. Я, честно говоря, вот ваша разница между этими крыльями, она просто может объясняться разницей между значениями. Почему бы не приобрести все-таки университет, не такая бедная организация, приобрели бы себе недорогую установку, вы бы получили просто результатов гораздо больше за то же самое время. Давайте. Вопрос, к сожалению, не к докладчику, да? Не-не-не, вопрос. Почему? Он же столько труда потратил на это. Нет, я объясню. Ну, во-первых, смотрите, да, допустим, вот вы имеете прибор с предыдущего доклада, я так понял, но имеете на нем одну чип. И прибор стоит, не знаю, сколько, наверное, миллион полтора он стоит. 900 тысяч, там, расходники, трогали миллион. На миллион можно сделать много ячеек и делать значительно большую продуктивность по опыту, которую получаете вы на одну. Это раз. Это такая, так сказать, экономическая ментальность. Во-вторых, в принципе, если задуматься о том, что делают люди, мы-то, так сказать, вступили в эру изучения фентанита, ну, я вступил еще год назад, может быть, это недавно, кто-то, может быть, пораньше, но там-то ребята вступили лет 30-40 назад. И почему-то они все делают на чем-то похожем. Наверное, все же здесь есть какая-то экономическая ментальность, потому что некоторые опыты достаточно долгосрочные. И надо долго ждать, и нет возможности покупать прибор и ставить его на один образец и ждать очень долго. Во-вторых, по таким проблемам, вот вы сказали, что у вас там выдавливается, некоторые проблемы, которые я понял, здесь не выдавливается. Вот, тут как бы это учтено, плюс данная ячейка, она сделана таким образом, что на ней можно определить как бы и диффузию, и фильтрацию, и умокухание. Потому что диффузия, которая была проведена пару докладов назад, она определялась тоже на ней. То есть она как бы с таким учетом. Ну то есть в принципе, да, и по поводу нагружения, да, здесь нельзя нагружать. Но все опыты здесь проводятся при постоянстве объема. То есть она сделана таким образом, что объем камеры у нас не меняется. То есть в принципе, если так как бы совсем отвертеться от этого, то получается, что мы же предполагаем, что в хранилище у нас будет постоянный объем, и бентонит будет находиться в постоянном объеме. Поэтому, в принципе, она полностью отражает, не полностью, частично отражает те условия, которые будут созданы в хранилище. Поэтому, наверное, прибор купить можно и добавить туда, так сказать, нагрузочную стадию. По датчикам тоже есть момент. Но
я сказал про датчик лицо, то, что он был откалиброван. Да, калибровать это понятно, нам нужно перейти к этому. А то, что был определенный еще коэффициент установки, который там занимает свою какую-то долю, и он был учтен. То есть, ну, как бы, я попытался в данном случае вычислить вот прям истинную величину давления на Гугане, но, к сожалению, как вы понимаете, много факторов влияют на ее формирование. И, в принципе, на данный момент, мне кажется, что определение диффузии, концентрации и остальных свойств, оно генерально будет зависеть от этой величины давления на Гугане. То есть, как бы, я не очень переживаю, что канистру взорвет, но то, что это и такой очень контрпараметр, который определяет все последующие наши определения, его надо как-то очень постараться достаточно хорошо определить. В принципе, по поводу сходимости, да, вот установку можно определить много. Я написал, вот мы как-то встречались с вами, со многими, пару лет назад или год назад, я не помню, там был коллега, параллельно из Дрездена, Артурова. Из Германии, вот так вот. И я ему, когда он написал, что это получается, я ему написал, говорю, скажите, а как у вас с сходимостью дела обстоят? Вот. Оказалось, что в принципе они это не изучали. То есть, как бы они сказали, мы делали два вот у нас повторения, и у них там разброс, там не в одном минуту просто две с половиной. Понимаете, работа опубликованных, нет, я не уверен, что покупка хорошего оборудования, да, такой очень развернутый, позволит нам минимизировать разницу при, ну, не разницу, а на опыт, на сходимость у нас получится как специально 12%. Ну, естественно, это надо обдумать еще. Вот. Спасибо. Давайте еще один вопрос. Последний. Я не очень понял, из вашего доклада, из предыдущего, там получается, что насыщение образца водой происходит неравномерно совершенно. То есть, да. То есть там же, то есть это просто, я не понимаю, как это можно, говорится, работать с такой установкой. Неравномерно шли. Но он же не весь приобретает одинаковую влажность. Да. Вот. Там могут в том числе и какие-то участки быть, если это был натриевый натриванин, то, ну, как мы все знаем, как это при дисперсии. Просто создать окон в этом пространстве, там будет перегородить путь с остальным. Да, да, это очень хороший вопрос. Прям это то, что от чего болит голова в последнее время. Смотрите, ситуация такая, то, что когда происходит насыщение, оно происходит тоже под каким-то естественным давлением, то есть это не совсем свободно, это там величина давления, которая извне, это примерно 1 метр, да, где-то 10 килопаскалей. Да, насыщается приблизительно порядка, вот графики выходят на вот такую форму за там, неделю. Но да, там, когда все это мы проводили, оказалось, что видно, что есть даже градиент влажности. Да, то есть видно, что снизу более мокрое, а сверху более, так сказать, сухой. Мы сделали такое сейчас пока что тестовое определение, получили, что да, правда, после наступания влажность сейчас меняется, естественно, нижняя часть у нас влажность больше, верхняя часть влажности не меняется. То есть, как можно сказать, у нас есть такая вот, как бы, если левая часть вниз, правая часть вверх, то график выглядит вот так. Оп, и прямо. Да? Чем это объясняется, пока что не очень правильно. То есть, есть много теорий, но нету конкретно одной. Что касается по обзору работ по этому вопросу, самое показательное в этой части вещи, это было хранилище, которое было разобрано через 18 лет. Во Франции, не помню, там вот главный автор, там такая Мария Вилар, она из Цемата, из испанская. Вот, и там они публикуют, вот уже хранилище, 20 лет она проработала, и они его разбирают, анализируют. То есть там прям картинка, все как, вот такая вот. И они сделали, значит, анализ влажности от периферии к окраине. И у них получилось, что после 20 лет у них, ну, как бы влажность какую-то там достаточно существенную имеет только приграниченный слой к границе массива, да? А к канистре влажность очень сильно задувает, не мешает. То есть, по сути, ну, получается так, что туда даже как бы влага особо не доходит. Вопрос процесса, почему это образуется? Конечно, с одной стороны, потому что в первую очередь вот это набухание, скачок, который во многом определяется, идет за счет гидратация, вот если мы весь наш образец разделим на этажи, за счет гидратации первого этажа, ну, он дает самый ощутимый вот этот вот импульс давления на Гугане.
И этот сачок у вас будет полностью зависеть от соотношения натрия, да, да. Вы каждый раз будете удивляться. Ну, как-то так, да, нужно же выработать подход для понимания вот этой вот величины. И просто надо на нее, может быть, плюнуть. Но хорошая. Смотри, что происходит дальше. Это, опять же говорю, это такие вот для меня, для нашего, для нашей команды, это такие достаточно стартовые начальные опыты, да, то есть для меня было важно вот поковыряться с исходимостью. Поэтому исходимость мы видим, что разная, но никто, собственно, не приводит свою исходимость по другим странам. Я таких данных, если очень много факторов на это влияет, и распределение влажности продукта. Но что стоит отметить, что после фильтрации влажность продолжает становиться одинаковой. Но это логично. Спасибо.